История города сквозь призму света. Во Владимире открылся новый музей, посвященный истории освещения за весь период существования областной столицы. От первых источников света до уличных фонарей 21 века. Первое, что видит гость музея – фотозона с изображением центра города Владимира времен 19 века. Символично, ведь именно на главной улице Большой Московской 11 и расположены огни Владимира. Здесь же и первые исторические экспонаты 12 века. Лучина тогда была единственным источником света, за вечер уходило примерно 150 штук. В домах побогаче уже были свечи, конечно. Свечи были все натуральные, восковые. И богатые люди могли себе уже это позволить. На улицах то же самое. У нас были свечные фонари. На улицах вообще в темное время суток ходить было нельзя. Особенно без фонаря. Вас могли запросто принять за разбойника, поколотить, забрать в тюрьму. Только утром выяснять, кто же вы такой, что же вы делаете на улице. Время не стоит на месте, появляются уличные каретные фонари. С ними же связаны и удивительные истории. Существует легенда, что во время визита Екатерины II во Владимир ее карета пыталась проехать через Золотые ворота, но застряла. После этого императрица распорядилась сделать круговой объезд вокруг Золотых ворот. Исторические данные с интересной подачей – девиз музея. И несмотря на его камерность, место нашлось и для науки. В музее есть отдельная зона, посвященная природе света. Один из экспонатов – белый круг, на него направлены три прожектора различных цветов. Так, если мы подставим руку под один из прожекторов, то получаем смешанный цвет, к примеру, розово-фиолетовый. Не только посмотреть, но и поучаствовать. Интерактивность гарантируют мастер-классы по росписи свечей и письму настоящим гусиным пером. Каждый сопровождается интересными фактами. Наш великий поэт Александр Сергеевич Пушкин никому не разрешал затачивать собственное перо. Он делал это только сам. Музей открыт для торжеств и праздников, ведь уютная обстановка с необычными экспонатами послужит отличными декорациями для дней рождения, выпускных и Нового года. Стоимость часовой экскурсии – 150 рублей. Огни Владимира ждут гостей ежедневно с 10 утра до 8 вечера. С полной информацией о представляемых услугах можно ознакомиться на сайте огни33.ру. Евгения Палагина, Виталий Сергеев, Губерния 33.